Так, попробуем здесь, сейчас печку выключу. Алексей проехал, выехал спокойненько. Так, я дифференциал включать не буду. Тихонечку прокатимся. Так, не, давайте заблокируемся, наверное, чтобы не рисковать, как говорится. Так, заблокировался. Ну и давайте на второй планированный поедем. Здесь просто, смотрите, диагонально вывешенный как раз получается. Тихонечку. Оп. 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 Еду без напряга, ребята, без напряга. Классно, классно, классно. Нормально проезжает. Вообще с двумя самоблоками едет отлично. Ну, песок. Давай еще раз гонщику. Поедешь, поедешь, конечно. След она просто. Она картером прям бьет. Нет, она колесами закапывается. Классно. Колеса все крутятся, смотрите. Самоблоки-то работают. Это нифига. Назад как выезжать? Можно, но прям получилось. Я доволен. Красиво. Сейчас вот с двумя самоблоками ехал. Классно, классно. Все, попробуешь? Ну что, давайте посмотрим Дастер по той же траектории. Блин, дождь, ребята, снимать вообще неудобно. Надо какой-то зонтик, наверное, придумывать. Вот и посмотрим. Такое сравнение честное будет, хорошее. Также автомобиль вывешивается. Я тоже не с первого раза выехал. Ну давай, Алексей. Блин, мокрые ребята здесь. Мокрый, микрофон мокрый. Все мокрое. Дождь снимать, как и говорю. Первый раз в дождь снимаю. Объектив весь в каплях. Не знаю, какая картинка будет. Пробуй, пробуй, нормально пойдешь, Алексей. Мокрый ПГС. Че, ничего не сломал пока? Нормально?
То здесь получается съезжаешь в яме диагонального вывешивания. Вот, видите, колесо заднее вывесилось. Карцером, то есть лежит уже на карцере, на бампере. Давай, тяни, тяни, тяни. Ну вот потом напишите, что легче прошло. Моя пятидверка или Duster 1.6 ESP. Обязательно вот сейчас Алексей выйдет, поставьте на паузу и пишите комменты, какой автомобиль зашел легче, по вашему мнению. Подъем, ПГС мокрый. Вот я тоже. Я думал, что когда так упирался, думал карцером, оказывается нет. Под колесами получается такая препятствие, я бы сказал. И колеса упираются. Не, смотри, что-то как-то никак. Че, не получается, вытаскиваем, Лех? Ну, я закопался. Давай вытаскиваем. Ладно, пойду выдергивать. Так, ребята, будем выдергивать динамическими тросами. Ссылочку оставлю в описании. Наш товарищ вяжет. По 1200. Вот сейчас увидите, как мягко он будет выдергивать вот Duster Алексея. Так что вытаскиваем Алексея динамическим тросом. Надо колпачок снять, а то улетит. А я за 50 рублей покупал. 50 рублей это деньги. Согласны? Все, дергаем, дергаем. Что, погнали? Смотрим. Динамический трос. Тащим, тащим, тащим. Вон. Мягко, мягко, не жестко. Растягивается, пеньк и выдергивает. Так что заказывайте тросы у товарища. Ссылка вся будет в описании. 1206 метров. Ребята, привет. Вот так. Внимание, конкурс. Разыгрываю между своими подписчиками динамический трос. Чтобы принять участие, всего лишь нужно выполнить 4 пункта. Первое. Быть подписанным на мой канал. Второе. Под этим видео написать как можно больше комментариев. Третье. Поставить лайк. Ну и четвертое. Поделиться этим видео со своими друзьями. Как только наберем 400 комментариев под этим видео, то в прямом эфире мы разыграем динамический трос. Будет проводиться конкурс именно по комментариям. Начало прямого эфира объявлю на своей страничке ВК, так что подписывайтесь, все ссылочки будут под видео в описании. Вам удачи, всем пока. Короткая Нива, без самоблоков. Его зовут Егор. По многим моим видео вы, наверное, видели, знаете, кто такой товарищ Егор. Давай еще назад, 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 все. Не боится ничего. Вот и посмотрим, без самоблоков легче машине будет заехать или нет. Здесь вы как раз и увидите, стоит ли или нужно ли ставить самоблоки. Но мы так не делали с такого разгона. Вот диагональ встал. Колесо вывесилось и все. Его зовут Егор. Да, приехал Дмитрий. Кардиант, оффроуд у него резина. Но Егор, конечно, с большим разгоном заезжал.
мы заезжали с ямы. Тут, если объективно смотреть, вот Дима тоже с разгоном будет заезжать. Красота. Так, Егора поставили в то положение, как где мы заезжали. То есть без разгона. Вот с этого места и будем пробовать. Еще раз перезапустили. Жестко-жестко. Дождь хоть прекратился, а то весь объектив мокрый. Здесь только первая пониженная, по-другому не поедешь, ребят. Я про что говорю, про самоблоки. То, что вот где свободу дифференциала стоят в Нивах, вот как у Егора на данный момент. Когда машина вывешивается немножко, то будут крутиться колеса те, которым легче, как я и говорил. И ей намного сложнее заезжать. Блин, но все равно красавец. Может. Решили попробовать другую трассу. Егор у нас первый. Так как он самый псих. Здесь катаются на квадриках. Вот смотрите, спустились. И выезд идет направо. Здесь в один заход не получится. Я почему-то думаю, что выехать как бы проблематично будет Егору. Я думаю, что нет. Во-первых, здесь в один заход в поворот ты не зайдешь. Я думаю, надо назад выезжать, пробовать. Ну, будем тянуть. Так, ребят, давайте ставки ставьте, заедет, не заедет. Пишите комменты. Напомню, ПГС, крутой подъем, крутые повороты, диагональное вывешивание. Сейчас задача Егора развернуться. Здесь разворачивается и будет подниматься. Вот так вот заедешь, такой карьерчик, один. И все, и останешься. Как ни крути. И вперед давай. Газ в пол. Вот сюда вот, заходи. На меня задницу. Очень тяжело автомобилю. Взял другую камеру, потому что та запотела. Смотрите, две динамки. Руль прямо поставь. Нет, не хотел.
Видели, как растягивается? Стой, стой, на тормоз, встань, встань. И руль прям поставь. Дим, поехали! Назад! Стоп! Руль прямо туда! Не может. Все, газу, 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 газу! Готовы? Давай! Назад немножко отъехал. Давай, 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 давай! Нет, тяжело. Очень тяжко. Не получается. Надо, наверное, котлету звать. Дыши, потихонечку. Давай, 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 показывай. Позвали котлету лебедочкой. Потихонечку будем вытаскивать. Потому что нашими машинами не получается. Перегазуй по чуть-чуть. Давай, вот, давай. Егор у нас. По чуть-чуть. Когда лебедка вас тянут, просто слегонца газуйте и все, помогайте. Не более, не менее. Вот так вот, ребята. Ну, здесь что хорошо, что мы собрались, и нас здесь много. И мы не боимся застрять. То есть кто-либо приедет, нас выдернет. А мы заодно посмотрели, что в такое плохие места, крутые ПГС заезжать не нужно одному тем более. Понятно? Учтите. Если вы думаете, что у вас полный привод, и что он едет везде, ребята, ошибаетесь. Никакие блокировки ничего вас не спасут. Вот. Вот, ребята, подъехали, спасли. Так, ладно, мы едем дальше. Надо отсюда выбираться. Вот о таком, если ездить в полном приводе, то еще можно. Но чем мощнее и лучше полный привод, тем сложнее его вытаскивать. Сейчас попробует заехать. Проехать, и через болото он выйдет спокойно. Вот, видите, вроде моща, вроде стравленный, но все равно нужно или разгона больше. Конечно, когда травленная резина, тем более, смотрите, он и едет интереснее. Обсуждают, думают. Вот на таких можно кататься, да? Где вот такую тему еще увидите? Натяг пытается, тоже нет, не получается. Так, сейчас вот этот мой автомобиль заедет у нас. Будем в пикнику выезжать. Был такой момент, когда человек отпустил газ и тягу потерял. Ладно, здесь они сейчас будут лебедиться, и по-любому они проедут. Давайте пойдемте. Будем выезжать сами отсюда. Давайте. Они-то по-любому выйдут, в крайнем случае. Посигналят, другие ребята подъедут, помогут. А тут, смотрите. Да. Еще и на подъем. Все, давай, Диман, поехали на выезд туда, к пикнику. О,
Сносит, сносит. Сейчас. Одной рукой. Вау. Красота. А там вода. Как бы воду нам с вами не шмякнуться. Да, вот Нива первая пониженная. Потихонечку она едет. Едет. Здесь вот самые такой диагоналочки небольшие. Бум. Бум. Ну и все, выезжаем. Смотрите, как лес убирают. И надеюсь, дорогу будут строить. И вот таким трактором мельчат деревья. Так, давайте-ка на пониженную включимся. Дифференциал блокировать не будем. Потихонечку скатимся. Так вот, люди работают, ветки торчат. Тут еще и трактор проехал, ребят. Опа. Все, газу, 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 газу. Ух. Отлично, поехал, проехал. Подъем. Да, на Ниве интересно кататься. Наверное, будем заканчивать эту серию. Если понравился видос, конечно, ребята, хотелось бы увидеть лайк, вот. Подписочку с вас тоже хотелось бы. Так что мы, наверное, едем домой, потому что все промокли, был дождь, хочется домой, маме. Все, ребята, пока-пока.